Еще один фигурист, который продолжает семейную традицию, Вальтер Рица, его отец и сейчас его тренер. Опять же, был достаточно известным итальянским фигуристом. Красивые линии у Матео. Он умеет красиво кататься. Четверного, конечно, к сожалению, у него нет. Прекрасный ровный тройной аксель. Через троечки был сделан этот выезд после тройного Луца. Где-то минус 2, судя, поставили. Ну, там ребро было совсем не наружнее. Ну, действительно, чувственное катание. И смотрите, как хорошая техническая сумма. 42-29 без Матео четверного. Риццо, то есть 46-98 – это оценка за технику Кевина Эмоза. И у Максима Кофтуна 46-17.